Добрый вечер, шановні друзі. Мій сьогоднішній співразмовник вже багато років є своєрідним барометром демократії, спочатку в Радянському Союзі, а ныне в России. Сьогодні у нас в гостях – видатний телеведучий Володимир Познер. Человек, который так блестяще выражает собственные мысли таким изысканным хорошим литературным русским языком, трудно представить, что он начал учить русский язык в 18 лет, а до этого не знал ни слова по-русски. Фантастика. Да, я знал. да, нет, это я знал. Мама-папа. Мама-папа, это не по-русски. Фантастика. Да, ну. Вы в 18 лет стали учить русский mm. язык. Когда вы уже могли сказать, я уже знаю русский язык? Во сколько лет? Ну, я думаю, года через два после этого. Сколько языков всего вы знаете? Русский? Ну, три одинаково. Английский, французский, да? Да. Так, Испанский, три еще. итальянский, немецкий. Вас не обременяет знание шести языков? Ну, это большое счастье. Огощает, это нет. счастье, что вы. Это вообще я так жалею людей, которые не знают никакого языка, кроме собственного, да и им обычно плохо владеют. Но когда ты приезжаешь в страну и ты можешь говорить на языке, это совершенно другое. Счастье, правда? Ну, конечно. Это другое. Ты можешь общаться с людьми, ну что вы это. Я сожалею, что я не знаю там, японского, например. Я очень хотел, потому что мне Япония необыкновенно интересна. И вот при я был в Японии, ну и что, и что, ничего. Они, они думают, что они говорят по-английски, понять ни одного слова нельзя. А я и не думаю, что я говорю по-японски. Вы опять-таки, повторю, родились в Париже, да. жили и в Соединенных Штатах Америки, да. и во Франции, и в, и в Германии, много работали за рубежом. Вы человек западного менталитета, конечно. как вы сами ну, считаете? Конечно. Ну, конечно. Абсолютно. С какой страной вы сегодня себя идентифицируете? Я почему спрашиваю? Я знаю случаи, когда вы беседовали на эту тему с Шимоном Пересом. Что он вам сказал? Ой, это, это не страна была. Это был чудный случай. Шимон Перес тогда возглавлял э, трудовую партию, кажется, как я помню. В общем, мы были на одном корабле вместе. И он пригласил меня поужинать. Анчек человек замечательный, интересный. Мудрый? Очень мудрый. Такие глаза совершенно потрясающие. Вот знаете, древние еврейские такие глаза печальные. Вот. И ну, мы разговаривали. В какой-то момент я ему сказал, господин Перес, я, вот у меня есть проблема. Я родился во Франции от французской матери, католички. Поэтому евреем я быть не могу по По законам, да. Правда, мой папа был русским евреем, но, правда, атеистом, и вообще отрицал все еврейское, ему не хотелось. И жил в США. И жил в США, эмигрировал и так далее. Я вырос во Франции, вот в Соединенных Штатах Америки, вот живу ныне в Советском Союзе. Ну вот я не могу понять, кто я. Может, вы мне поможете? Перес прекрасно говорит по-английски, но с такой сильным израильским акцентом, и он мне ответил, если перевести, примерно так: Если вы не знаете, кто вы, то скорее всего вы еврей. Я просто упал. Это было так смешно. Ну, он вообще он блестящий, умный человек с великолепным чувством юмора. С Белоруссией, да? Да. Но это не определение страны. А вот где, ну, я вам уже говорил, я себя чувствую дома во Франции вообще, и в Нью-Йорке, в частности. Что это была за история, когда студентам МГУ вы подрались, и вас чуть не посадил полковник Коган. Ну, это была чудная история. Значит, я учился на первом курсе, и э, у нас э, был практикум на Ленгорах, химический. Так-то мы учились еще на Маховой, в центре, а практикум был там. Э, и я тогда, ну, как-то дружил, что ли, с таким Семеном Миляковским, э, невысокого роста парнем, и с очень семическими чертами лица. А, и вот, были две девушки с нами, которые более-менее часто. И вот как-то после вот, практикума, это было зимой, поэтому уже было темно, мы пошли на автобусную остановку, когда это был 23-й автобус, и вот ждем, и в это время подошел студент-геолог. А тогда геологи, это было просто романтика, и все, и у них была форма, такая черная форма с золотыми вензелями, единственный Держись, во, геолог, крепись, геолог. Во -во -во. Это единственный во всем университете. Он был сильно поддатый а, и стал как-то так заигрывать, там, приставать к девушке Семена. На что Семен сказал, мол, давай отсюда. А? Ну, этот, значит, повернулся к нему и говорит, да ты, жидовская морда, молчи. А я по моим американским а, привычкам знал, что такие вещи, там, жидовская морда и вот... Это надо сразу реагировать и все. Но ну, я развернулся и, значит, дал ему в рожу. А навыки были? Да, я в Америке дрался очень много. Он упал, я подождал, пока он встанет. Дали он, еще раз. Он, он, да, но он О -о. не вставал. И ä, тут, конечно, милиция. Когда не надо, так сразу. И меня под белые руки и там в машину... А Семен со мной, между прочим, не поехал. Поэтому и правда жидовская морда. Короче говоря, меня привезли в отделение милиции. И там какой-то допрашивал меня, там писал с моих слов. все. И говорит, ну вот, подпиши. Я подписал. Говорит, ну сиди. Потом, говорит, тебя вызывает начальник. Ну и все, пошел к начальнику. Ну, сидел такой человек, он говорит, ну, расскажи. Я говорю, да я же написал, говорит, расскажи. Я стал рассказывать, что тут какой-то акцент, что ли? Ты откуда взялся-то? Я говорю, да, вот я из Америки. А, а, он говорит, понятно. Ну, вот значит, имей в виду. Ты живешь не в Америке. Это в Америке руки распускают. Ты живешь в Советском Союзе. Вот если там человек себя плохо поведет, ты приходи к нам, и мы займемся. А вот так, ты знаешь, что произошло с тем парнем? Он говорит он. Я говорю, не знаю, но я ему дал Ты ему сломал челюсть. А за это ты можешь получить 5 лет. Понимаешь? У нас вот это вот так. Я там молчу. В общем, он взял мою бумажку, разорвал. Говорит, смотри, запомни. Ну, иди. Я вышел. вышел из кабинета, закрыл дверь за собой. И так случайно вернулся, посмотрел. И там было написано, начальник там такого-то отделения милиции, полковник Коган. Это прямо литература. И когда у меня были телемосты, первый телемост, да. он мне позвонил. Да. Уже был в отставке, комиссар он был. И он мне сказал: ну как, там, с мордами ты больше не... нет? Я говорю, ну вы же видите. Да. В Америке сказали, вы меня били за то, что я защищал негров. А тут оказалось, что я плохой, потому что еврей. Ну да, ну, конечно. Я действительно там дрался все время. Дочь Катя пианист и живет в Германии. Она вообще композитор в первую голову. Композитор. И пианист. Живет в Германии. В Берлине. Вам тоскливо от того, что она не с вами, не рядом? Конечно. Я просто ее очень люблю и очень скучаю. Ну, я довольно часто езжу в Берлин, просто очень часто даже. И она приезжает. Но потом, понимаете, я же военный ребенок. Я ненавидел немцев люто и ненавидел Германию. А, и когда мы наконец уехали из Германии, я поклялся, что моей ноги больше не будет в этой фашистской, так сказать, стране. Ну, столько страданий принести миру, конечно. Вот. И в конце концов моя любимая Катя уехала в Германию, вышла замуж за немца. Так что вот это... И вы. Знаменитая английская пословица. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Я это очень переживал. А дело в том, что я так ненавидел их, что когда я к ним приезжал, у меня пропадал аппетит. Я не ел. Я на самом деле от, этого, от немецкой речи, у меня прямо мороз по коже. Но постепенно я это преодолел. И я вам должен сказать, что сегодня я снимаю шляпу перед немцами за то, как они упорно вытравливают. вытравливают и говорят, и в учебниках пишут, и детям объясняют. И при этом говорят не просто, что это Гитлер или что это нацисты. Это мы. А это мы, это, это наш, это мы, это немецкий народ виноват. И скинхедов это... там нет? И, э, не знаю, но там им трудно будет. И мой, мой внук Коля, э, вот, который там учится, там родился, он это мне все рассказывает. Вы смогли бы теоретически жить в Германии? Нет. Ни за что? Нет. Да правда что вы однажды уже живя в советском союзе чуть не сбежали в америку это правда что это была за история ну просто мне все так надоело что я решил что пора я попробую да я сказал своему отцу что я хочу уехать какой это год был 50 58 так вы быстро все поняли я очень скучал все было не мое. Я очень скучал. Вот. Это даже была не политическая штука. Нет, нет. Просто мне хотелось. Вот. И я, папа расферепел страшно и сказал, что если ты попробуешь, я ä, сделаю так, чтобы тебя посадили. Ой. Мы с отцом очень сильно поссорились. И долгие годы мы были в общем, чужими. А ему здесь нравилось? Не знаю. Но признать, что он, может быть, сделал ошибку, этого он не мог. И никогда, ни разу, ни намеком, никак не давал мне понять. Но это все-таки его страна. Он здесь родился, он все-таки это его дом, так или иначе. Хотя он очень любил Францию. Вот, и я решил, что я сбегу через границу с Норвегией. Но у меня один умный человек все-таки надоумил, сказал, Володь. План был, как вы сбежите? План, конечно. Каким образом? Ну, как, доехать до Лондона. До Мурманска, да? Да. А потом... По льду? По льду, как получится, там было. Но на самом деле, конечно, я бы попал, и уже, конечно, сидел бы. Слава Богу, что нашелся умный человек, с которым я поделился. Так вы лихой. Ну да, вообще говоря, да. Вообще говоря, да. А вы сделали прекрасный цикл программ с Иваном Ургантом Одноэтажная Америка ностальгия у вас посещала во время пребывания в Соединенных Штатах? Нет, вы знаете, ностальгия бывает только в том случае, когда ты не можешь туда поехать, куда-то. Вот тогда ностальгия. Я могу в любой момент. Я американский гражданин, ребят, я сел и полетел. Другое дело, что... Ведь Главное, я... чтобы вулкан не мешал только, да? Например. Но я вам должен сказать, что вот такая поездка, когда ты попадаешь в такие места, куда бы ты ни поехал никогда, и ты общаешься с людьми, с которыми ты не общаешься обычно, потому что это не твой круг совершенно. Там работники бензоколонок и так далее. Это совершенно по-другому открывает страну. То есть я для себя, хотя я ее знаю и все, и все равно я ее открыл для себя заново. Потрясающе интересно. Но никакой ностальгии, конечно, нет. Но о чем мне ностальгировать? Имея право выбора, вы сказали, я предпочел бы иное время и иную страну. Какое время и какую страну вы бы предпочли? Ренессанс меня страшно прельщает. Вот. Я думаю, что Франция или Италия времен Ренессанса это было Подойдет. бы мгновенно интересно. Да. Я бы потому что есть один человек, которого, вот если бы мне предложили, вот вы можете взять интервью у кого хотите, из тех, кто когда-либо жили. У меня есть один человек, который вот я бы хотел. Он у меня стоит отдельно, зовут его Леонардо да Винчи. Ну, И неплохой вот, выбор. И я бы вот Поэтому я бы работал тогда журналистом тоже. Ну, вот. Только не на Первом канале. Нет, там и не на телевидении даже, наверное. У меня три любимых занятия сказали: вы брать интервью, играть в теннис и общаться с близкими мне людьми. Верно? Брать интервью. Да. Мне интересно, опять-таки говорите, вы говорить с людьми, которые изменили жизнь миллионов. У кого из великих вы бы сегодня хотели бы? великих. В том том-то и дело, что есть люди, которые изменили жизнь миллионов, не будучи великими. Ну, Разве например, возможно такое? А как же? Например, французский врач, который придумал, придумал противозачаточную Ну, Он великий, однозначно. Он не великий, его никто не знает. Но он изменил жизнь вообще просто тотально. А человек, который придумал микрочип, это такой болгарин по фамилии Атанасов, его никто не знает. Он изменил жизнь всего вообще. То есть для меня это, это то, что я называю влиятельными людьми. Вот которые своей работой просто изменили жизнь миллионов и миллионов людей. Есть Горбачев, да. великий, да. который изменил жизнь миллионов и миллионов людей. А есть вот эти невеликие. Но вот они что-то такое сделали, и вот меня страшно интересует, а что это такое вот этот влиятельный человек? Как он это чувствует, как он это понимает? И каков механизм влияния? Ну, конечно, да. Так что да, я. Я знаю, что вы хотели взять интервью у Ходорковского прямо в камере, и по этому поводу звонили даже лично генпрокурору Устинову, который тогда был генпрокурором. А как вы считали, это реально, что вас допустят в камеру к Ходорковскому? Я считал, что есть один шанс на тысячу. То его надо все равно попробовать. Обязательно. И, кстати говоря, это. Вот эта точка зрения, по крайней мере, я попробовал, для меня является ну, определяющим лозунгом пропуск. таким. Для меня это обязательно. Вы позвонили Устинову, угу. он взял трубку? Да, Устинов вообще брал трубку. Удивительным образом. Настоящий генпрокурор. Вот И я ему сказал, он меня знал, и все. Он у меня был во временах пару раз. Я ему сказал, вот такая вот. Он говорит, я должен этот вопрос провентилировать. Потом сказал, что нет. Ну, наверное, посоветовался. Кого из политиков вы уважаете? Не обязательно российских. Из нынешних? Да. Я уважаю Ангелу Меркель. Я уважаю Обаму. Я еще не могу сказать по поводу Медведева. Но очень хочется. Да, да, конечно, безусловно. Бам, 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 бам. Тот редкий случай, когда очень хочется уважать своего руководителя. Да, да. Что еще? Ну, конечно, он не руководитель. но в прошлом Манделу я очень, очень уважаю этого человека. Ну, есть такие, которые были у власти, но теперь они нет, поэтому я не буду о них говорить. Но они имеют место быть. Вы сказали об обаме. Одно время мне показалось, вы в нем разочаровались. Было такое? Я и сейчас не то, чтобы разочаровался, но ожи вашем ожидал от него чуть-чуть другого. Мне кажется, что ему не хватает решительности, решимости. Он должен понимать, что вот он последняя инстанция. Вот Трумэн это понимал, по-английски есть такое выражение. Но ну, знаете как вообще, когда все время кому-то передают, 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 вот, по-английски называется passing the buck. Так вот он говорил, вот это вот бак кончается здесь, на этом столе. Я принимаю решение. Еще он замечательные слова говорил, что если вы не выносите жар, уходите из кухни. Так вот, немножко мне не хватает в Обаме вот такого, вот будет вот так, и все. Конечно, ему трудно, вообще то, что его выбрали, это вообще поразительная вещь Могли ли бы вы подумать в 52-м году, уезжая из Соединенных Штатов? Да, о чем вы говорите? Нет, конечно. Вот, так что, ну, есть, наверное, если еще подумать, то есть государственные деятели, которые вызывают у меня уважение. Просто э, сегодня, говоря немножко более расширительно, что ли, нет великих государственных деятелей. Нет. Вот была плеяда, и неважно, нет, розовый, какого да. цвета. Но там Рузвельт, Гитлер. Черчилль, Сталин, Гитлер, Деголь, Мао Это все один за другим. Это крупнейшие. А сейчас, ну вот нету, нету. Это такое время бывает, непонятно почему. Такое время. Или там, э, вот ну, знаете, как вот, скажем, было итальянское кино, величайшее кино в мире. Там Феллини, Антониони, Антониони да. бог да. знает что. А сейчас вообще нет итальянского кино. Вообще нету его. Почему? Да кто его знает? Эти вещи, к счастью, мы не знаем, почему это происходит. Я думаю, что интернет — одно из самых великих изобретений человечества. Конечно. Я знаю, что вы общались с Гейтсом. Общался. Что это за человек? Великий человек? Можно его назвать? Таким? Да, конечно. конечно. Очень внешне, но ну, дважды не посмотришь. Ну, да, никакой, такой очкарик. Вот. Знаете? Но у меня, мне сказали, вот интервью, 20 минут, не больше. И а, имейте в виду, если ему будет скучно, он встанет и уйдет. Время-деньги. Да или он сделает так. <с <с вот Ну, мы с ним проговорили полтора часа. Он меня совершенно потряс, но я думаю, он ну, технарь, да, там будет это. Он так, мы говорили о Древнем Риме, о Древней Греции, о том, как тогда было образование, как было организовано образование, как это можно преломить в сегодняшний день. В общем, очень интересный человек. Очень. Глубина есть. Уф. Не на, не на пустом месте О, все возникло. Да я смотрел внимательно вашу программу с Никитой Сергеевичем Михалковым. Mm -hmm. а, мне было очень интересно. Mm -hmm. Я накануне с ним сам делал программу. Mm -hmm. и Мне было интересно вдвойне. Какое впечатление он на вас произвел? Ну, Никита Сергеевич, я э, знаю хорошо. Человек, он, конечно же, выдающийся. Э, э, гигантский талант, по крайней мере, был. Создал, на мой взгляд, совершенно выдающиеся фильмы: Пять вечеров, неоконченная пьеса, да. ну, Обломов. И кстати, Утомленные Солнцем, первая да. картина. Все вот он прекрасный актер, лицедей, да. и все это. И поэтому вообще с ним разговаривать и наблюдать это всегда интересно. А, все дальше? Всегда. а дальше ничего. Абсолютнейший циник. Лжец? И, думаю, да, конечно. И, так сказать, мы с ним, ну, 180 градусов просто. Да. Ну, абсолютно. Да. И он это знает, и я это знаю. Но интересно все равно пощупать его. Интересно его. Он все равно показывает, так сказать, кто он. И, кстати, его брат, Андрон, которого все называют Андреем, ныне, тоже абсолютный циник. Но совсем другой. Вы были одним из авторов авторизированной биографии Битлз. Одним из переводчиков да, авторизированной пере... да, биографии Битлз. Да, да, да. Потрясающий факт вообще из вашей биографии. Вы любите Битлз? Я их обожаю. Они оказали мощное влияние на вас, на ваше развитие? Они оказали определенное Дело в том, что я вообще очень люблю музыку. И это с ранних лет. И классическую, и джаз. Когда я был маленьким, еще в Америке у нас была домработница такая, звали ее Джули Коллинз, невысокого роста, гигантской толщины женщина, которая учила меня танцевать. Необъятная, да? Необъятная. Когда ты с ней танцевал, у тебя было впечатление, что ты держишь перо. Легкость несусветная. И она по воскресным дням, с разрешением моих родителей, привозила в Гарлем, в церковь, где пели. И как пели? А потом на всякого рода джем И кого я только там видел. Я видел и совсем молодую Эллу Фитцджеральду, и только начинающегося Чарли Паркера, и уже, так сказать, Луи Армстронга, весьма известного. Я видел их всех. И приходили вот так? Да, и там же это вот так вот было. я обожаю совершенно джаз. Особенно негритянское пение, наверное, да? Ну, я считаю, что другого нет. А, да. Вот, потом, а что касается народной музыки американской, кантри, вот это все, это уже белая музыка. И я ее познал через Пита Сигера, великого совершенно американского народного певца, музыканта, как хотите. Поэтому все это вообще во мне сидит. И Битлз для меня это, это очередной этап. Кстати, на меня не повлияли и они повлияли на Советский Союз. Какой железный занавес абсолютно, абсолютно. На... Я к нынешней такой современной музыке, к современному року, например, ну, к рэпу, тем более, я отношусь безразлично. И к нынешней эстраде. Я, она меня никак не греет. Не трогает. Я очень любил Высоцкого. Я очень любил Була так там было о чем говорить, ну и были другие. А вот это все, меня, это, это попса, они не, не трогают. Я очень вас уважаю за то, что вы не стесняетесь признаваться, что являетесь атеистом. А на вопрос, что бы вы сказали Господу, если бы у вас была возможность встретиться с Ним, вы ответили, как тебе не стыдно. Потрясающе. Признаюсь вам. Скажите, сегодня, когда церковь так мощно влияет на всю общественную и политическую жизнь России, да. когда с экранов телевизоров на российских каналах батюшек показывают, по-моему, больше уже, чем ну, всех показывают, остальных. Показывают, да. А вам притит это вам неприятно смотреть на это самому? Да, мне это, это отвратительно. А вы бы сказали это, если бы пригласили к себе в программу Кирилла? Я приглашал, но они же не приходят ко мне. А Как-то мне позвонил один представитель их ну, группы, которые, ну, связи с общественностью позвонил, представился и говорит: вот мы бы хотели появиться в вашей программе. Я говорю: ну, стоп. Я буду очень рад. Но ну, вы знаете мою позицию. Да, мы знаем. Я говорю, я буду задавать вопросы. Нехорошие. Которые вам не понравятся. И о вашей агрессивности, ну и о том, и о том, и о том. Вот. И вообще о том, как вы относитесь к людям, которые совсем недавно размахивали партийными билетами, а ныне размахивают крестами. Ну, много у меня к вам вопросов. Говорит, мы... Я говорю, ну хорошо, кто это? Ну, как епископ, митрополит там какой-то такой. Я говорю, хорошо, я жду звонка. Это было месяца три тому назад, я до сих пор жду. Не дождались. Нет. Я понимаю, что, метропа... что патриарх не придет в программу, ему и почину-то. Для него это смерть и И потом почину ему не положено. Все равно как бы с другой стороны римский папа придет в чью-то программу, не придет, не придет. Это так же, как президент. И не к Ларри Кингу не придет. Никогда в жизни вообще Ларри... Слушайте, Ларри Кинг. Это абсолютно... Раскрученный нам, взгляд, персонаж. Дутая личность. Да. Слушайте, Ларри Кинг, почему к нему все ходят? Потому что он не задает ни одного неприятного вопроса. Понятно. То это факт. Когда к нему пришел Путин, и Кинг его спрашивает, скажите, что случилось с Курском? Утонуло. утонула. И это говорит, с ухмылкой? Да. Она утонула. И дальше Кинг говорит, хорошо, и пошел дальше. Ну, какой интервьюер? Да как а вы бы что сказали на его? Я миссии? сказал, господин президент, это я понял. Но я спрашиваю не об этом. Я знаю, что она утонула. Спасибо, что подсказали. Ну вот и дальше. Мне все равно говорите: вы кто патриарх, я к самой церкви отношусь негативно. Да. Религия это нечто другое, это философское представление о мире. А да. вот церковь это инструмент, который мне напоминает ЦК КПСС. Да. Почему эти люди считают, что лучше меня знают, как надо жить? Я вообще опасаюсь, когда вижу, что церковь сильно стремится к власти. Как вы относитесь к введению в российских школах закона Божьего? Его нет нету. Это неправда. Ввели предмет, который называли... хотели ввести. А, правильно? хотели, слава Богу, не дали. Но так сказать факультативно по желанию ввели уроки православной культуры что православной культуры, я не очень понимаю, но тем не менее, я отношусь к этому резко, отрицательно. Вообще, если бы учили историю религий, причем не священник бы учил, а христианство с его разными возди... это, а, ислам, а, буддизм и иудейство, как четыре главные мировые религии, это было бы очень полезно. Но уже не об этом же идет речь. Вообще, человек, который не знает ничего об этом, Человек, который не читал Библии, который Корана не знает. Неграмотно, необразованный. Это человек просто лишил себя гигантского и важнейшего пласта в истории. Потому что роль религии огромная, но это из другой области. Вы не боитесь, закончится наша беседа, вы поедете домой, а Господь покарает? Поскольку я не верующий. То не боюсь. Совершенно не боюсь. А потом, вы знаете, я делаю некоторые добрые дела. И на всякий случай, да, вдруг. Вы один из немногих, кто открыто выступает за право на автоназию. Да. А мне очень близка эта позиция, я ее хорошо понимаю. Почему ее не понимают политики во многих странах? Ее не понимают многие врачи. Почему? А потому что врач говорит: я обязан бороться за жизнь человека до самого конца. А он не ставит себя на место человека, которому не в моготу жить. Он дал клятву. Он вот. Он должен до конца. Он говорит, ведь бывают чудеса, бывает, что человек приговорен, а все-таки мы его спасаем. Редко, но бывает. Мы не можем поддерживать эвтаназию, говорят врачи. И я их понимаю. Тем я не их менее. Понимаю. Тем не менее, вы поддерживаете. Я поддерживаю. Я не врач. Будет? Я считаю, что я имею право сказать: все, хватит, я не хочу больше. И вы бы сказали, не дай бог, если что-то случилось конечно, бы все? Конечно. Будет в России введено право на эвтаназию, на ваш взгляд? Я, честное слово, не знаю. Я вообще не люблю вот это вот, знаете, вот... Что будет, да? Да. У меня нет хрустального шара, там кто-то посмотрит и скажет, вот я вижу там то-то. Не, не знаю, не знаю. Вы относитесь позитивно к легализации наркотиков? Да. Почему? Послушайте, вот до тех пор, пока можно будет в Кабуле купить килограмм опиума за 3 доллара, и переработав его в полкило героина, продать за 300 тысяч, вы не решите эту проблему. Это барыши неслыханные, это на уровне торговли оружием и так далее. Вы можете отрезать руки, ноги и все, что угодно, это не поможет. Значит, единственный способ бороться с мафией, то есть с криминалом, это лишить этот товар э, прибыльности. Значит, если вы будете продавать это в аптеках, да, все равно будут наркоманы. Но не будут людей, которые будут толкать это дело, приходить в школах или около школ, маленьких детей постепенно на этом... Это кончится, потому что не будет никакого интереса. То есть я именно сторонник легализации, чтобы нанести удар по наркомафии во всем мире. Но только легализация должна быть тоже во всем мире, а иначе это не работает. Вы такой состоявшийся самодостаточный реализованный человек, тем не менее, знающие вас люди говорят, что вам свойственно самоедство. Они правы, сволочи. Ну, вам-то чего? Да не знаю, но так я устроен. Ну, Фил мой ближайший друг, говорит, послушай, ты католик по крещению и еврей? Ну, для самоедства, самое что ни на есть. <свят> как вы относитесь к многочисленным пародиям на себя? Очень хорошо. Кто вам нравится больше Да нет, всего? даже не знаю, ну просто, ну кто-то более талантливый, кто-то менее. Но вы знаете, это всегда смешно. И потом вообще, вы знаете, как американцы говорят, нет плохих статей, кроме некролога. Вот. Так что, да ради бога, я вообще считаю, что надо уметь смеяться над собой. Это да. вот чем англичане хороши, вот, они потрясающе умеют над собой смеяться. Мы не умеем. Мы сразу начинаем обижаться. А мы злые. Да не в этом дело. Я не думаю, что мы злые. Просто вот нет этой культуры. Вот это вот умение действительно получать удовольствие. Бывают очень злые шаржи. Над этим трудно смеяться, знаете, когда изображать тебя идиотом каким-то там и так далее. Ну бывает, да. Но все-таки надо надо уметь, надо уметь держать удар. Вот я вообще это приветствую очень. Вы открыли в Москве ресторан Жеральдин по имени матери, братом, да. Это хороший бизнес сегодня. Это вообще не бизнес. Это мы открывали не как бизнес, и мы вообще не рестораторы. а Именно в память о маме наши любимые, но дело в том, что мой брат находился в довольно трудном положении финансовом. И... Он младше вас? Он младше меня на 11 лет, да. Он доктор наук, но его область специализации — это средневековая вьетнамская история, которая не слишком, так сказать, в нынешний... даже во Вьетнаме, я думаю. И удалось найти очень хорошее место и сделать эту бра то есть это между бистрой и рестораном по уровню и он директор, и он там каждый день, и как-то он выпрямился, и, слава богу, стал зарабатывать нормально. В этом смысле это нормальный бизнес. Но мы не смотрим, это вот еще один, еще один. Это вот такое очень отдельное, очень симпатичное, сугубо французское, с литературными вечерами, где люди могут выиграть вино и так далее. В общем, я очень доволен. Вы вспоминали Фила Донахью, мосты с Донахью. Оттуда пошла крылатая фраза, разлетевшаяся на весь Советский Союз, которую до сих пор цитируют очень часто. В Советском Союзе секса нет. У нас, у секса, нас нет. секса нет. Да. Не соответствует. У нас секс был. Не соответствует тому, что было сказано. А что было сказано? Значит, это было во время телемоста Ленинград-Бостон, женщины с женщинами. Да. И из Бостона такая довольно пожилая женщина сказала, вот у меня есть внук, и он все время торчит перед экраном. А там насилие, кровь и секс. Вот как вы с этим справляетесь? И тогда одна наша дама, бросившись на амбразуру, начала отвечать так. У нас секса нет. И тут громовый хохот заглушило продолжение на телевидении. Что было правда тогда. Но никто уже не услышал на телевидении. И сколько бы раз я потом не говорил, что она не так сказала. Это все бесполезно. Уже миф твердый и навсегда. Я обожаю красный цвет. Я всю эту программу смотрю на ваши красные носки. Да. Да. А Евгений Киселев рассказывал мне, что в пору его молодости, когда он работал недалеко от вас, вы были признанным модником, вы получали посылки из-за рубежа, вы были таким красавцем, вы всегда ходили изысканно одетым, на вас засматривались женщины. То есть что Женя говорит ерунду? Значит, никаких посылок из-за границы я не получал. Это глупости. Бывало, что какие-то друзья приезжали, папины друзья, и что-то привозили. И вообще я не модник. Ну, как вам сказать? Меня мало интересует мода. Меня интересует, чтобы мне было хорошо в том, что я одет. И, по-видимому, Бог наградил меня ну, каким-то вкусом. И все. Я не, вот, э, никогда не интересовался там, какие лацканы такие, такие, галстук такой, секой Вообще. Просто у меня это никак... Но в то же время сказать, что я отношусь безразлично к одежде, я не могу. Потому что я должен себя чувствовать хорошо. Ну, Но красные одежде. носки потрясающие. Вы недавно признали, что не думали, что в 76 лет влюбитесь. Ну, как э, Пушкин еще писал, любви все возрасты покорные. Это не Пушкин, это Модес Чайковский, когда он сочинял к опере текст, он не все пушкинские слова написал. У Пушкина нет все любви все возрасты покорные. Он дописывал за Пушкина? Он кое-где написал за Пушкина. Это же опера. Опера Евгения Онегина. Но любви все возрасты покорные? Да, конечно. Дело в том, что я вообще очень не люблю вдаваться в мою очень, так сказать, частную жизнь. Но могу вам сказать, что, конечно, не 76, мне, это сейчас мне 76. А моя жизнь круто изменилась 5 лет тому назад, мне было 71 год. И я был женат 37 лет. И очень любил свою жену. Вот. И, конечно, я никогда не думал, что что-то такое может произойти. И на всякий случай, чтобы ваши замечательные зрители не подумали, что я нашел 20-летнюю красотку. Скажу, ей 18. Да, ей на самом деле вот сейчас будет 55. То есть это вполне зрелая женщина. А в чем секрет вашей прекрасной формы? Вы замечательно выглядите, у вас молодое лицо совершенно, вы я бодрый. Думаю, несколько факторов. Фактор первый, ну, наверное, гены. Все-таки играют роль. Давайте. Начнем с главного. Начнем с главного. Второе. Моя мама, которая следила, как по-французски положено, за мной, в смысле, что я ем, когда я ем, когда я ложусь спать, не принимать лекарства без нужды и так далее, и так далее. Слушайте, я до 17 лет должен был быть в постели в полдесятого. Понимаете, да? То есть вот Воспитание. Это второе, третье, то, что я счастлив в своей работе, то, что я себя нашел. Я понимаю, вот оно, вот это вот мое, вот, вот, и то, что я получаю колоссальное удовольствие от того, что я делаю. Я думаю, что вот это все, ну, спортом занимаюсь, там, три раза в неделю играю в теннис, но просто я люблю играть в теннис, поэтому я играю. Хотя понимаю, что надо, и там утром занимаюсь там фитнесом да, и так далее. Но все-таки вот те вещи, о которых я сказал, я думаю, что это главное. Один очень большой политик, бывший президент одной из советских, постсоветских стран, сказал мне, для меня главный барометр гласности демократии в России – это Владимир Познер. Я внимательно смотрю его программу, слежу за его гостями, слежу за вопросами, которые Познер задает, и понимаю, в какую сторону сейчас идет Россия. Я признателен вам за это интервью, признателен вам, что вы являетесь барометром. Мне очень хочется, чтобы он показывал всегда ясную погоду. И, ну, и, вы знаете, я думал, а чем же все-таки закончить? А давайте закончим, чтобы было все-таки нормально. Расскажите анекдот какой-нибудь. Это будет уже диссонировать, может, с нашей беседой. Тем не менее, концовка будет эффектная. Анекдот. Ну, я не знаю, сможете ли вы это дать, но это недавний анекдот, который мне страшно понравился, и он касается подростка лет 15, которому было известно, что когда он видит, если он увидит падающую звезду, надо загадать желание. И вдруг, довольно поздно, вечером, перед тем, как лечь спать, он увидел падающую звезду. И стал лихорадочно загадывать желание, и как-то не очень точно сформулировал, но все-таки загадал, и лег спать. Когда он утром проснулся, она обнаружила в постели велосипед с сиськами. На тієї приєдної 15 П'ятнадцятилітній мальчик. <реш> вам. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний російський телеведучий Володимир Познар.